Девчонки, всем огромный привет! Я миллион лет уже не снимала вот так вот ролик, не садилась перед камерой и не болтала с вами. Я хочу сегодня снять макияж на Хэллоуин. Такой макияж я тоже не снимала лет 10, блин, такие цифры. Вот, поэтому хочу что-нибудь такое придумать. Макияж для женщин, да, вот для девушек, для женщин, я имею в виду, что ну, для мужчин он не подойдет, да, чтобы девчонка могла сама дома его сделать, да, он будет, конечно, не такой, не пятиминутный, это не то, что ты села там и быстренько там перед дискотекой себе что-то намалевала, нет, здесь нужно будет немножко заморочиться, но мне кажется, интересно. В общем, в любом случае, смотрите, посмотрим вместе с вами, что получится, потому что, по сути, результат, конечно, я сама не знаю, потому что я планирую одно, в процессе получится другое. Сейчас у меня вообще ничего нет на лице, никакого макияжа. Волосы я убираю, чтобы не мешать. Девчонки, обыскалась просто, искала кровь на Левенцовке, да? Захожу утром в магазин, да, здесь недалеко. Говорю, девчонки, у вас кровь есть? Они что? Я говорю, ну кровь. Я говорю, так крови хочется с утра. А это... Они как начали ржать, говорят, нет. Вот реально обошла все магазины, здесь нету крови. Можно было поехать немножко дальше, но, знаете, тупо из-за крови, короче, я не стала заморачиваться. Думаю, сделаю сама что-нибудь красками. Я буду использовать краски акриловые. Я вам покажу, чем я пользуюсь. Обязательно буду использовать клей ПВА, туалетную бумагу. Куда без нее в карантин, да? Ну, сейчас не прям такой карантин-карантин, да? Но все равно актуально. В общем, котики, поехали. Будем сейчас что-то делать, что-то творить. Я потом голос наложу, чтобы не заморачиваться, а просто делать. Вот так идет подготовка к ролику. Смотрите, что у нас будет использовано. Клей с водой я перемешиваю, ПВА, туалетная бумага, мне лучше белая, потому что я потом тоном закрашу, обязательно акриловые краски, кисти, ну и для мейка все. Вот такой наряд, видите, такое пугало, чучело, пока что заколола волосы, не знаю, что с ними буду делать дальше, но пока что так. Thank you.
Ну что, мои котики, мое получудовище получилось? Смотрится как настоящая кожа, да? Мне кажется, так можно пойти на какую-то вечеринку. Ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам мейк. Ребятки, встретила мужа. Говорит, что за баба страшная такая. Испугался. Ну, кисенька, что ты подумала, когда я так вот дверь открыла? Боже, что с тобой? Что с тобой?